Привет, дружище. Недавно я был в армии. И мне прислали письмо, что я получил огромное наследство. Целый дом. Давай съездим, посмотрим, что это. Чё ты смотришь? Ты чё, забыл, что ли? Мы здесь были уже миллион раз. О, вот это ништяк. Что это делает? Что это дядька делает? Это же наш сосед. Блин, 200 лет его не видел. И что он заколотил тут все двери? Сосед. Я помню, тут что-то там... Кто кричал? Я опять слышу, что кто-то кричит. Эй! Кто там кричит? Ага, там кто-то у соседа кричал. Что? Там бегает. Hold shift to run. Ну, пробежимся. Ага, что там сосед задумал? Давай посмотрим. Эй, и что? Он запирает. Он запирает дверь на замок. Закрыл. Ага. Попробуем. Он нас услышал. Нет, 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 нет. Он меня схватил. Вот он нас опять услышал. Ах ты сосед так. Спрячемся как в шкафчике. Ага, он нас ищет, он где-то рядом. Я чувствую, вот он. Эй, я здесь. Я тебя не боюсь. Ушел. Кто-то убежал по мне. Опять, 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 опять. Опять спрячемся. Где-то он здесь бежит. Прям за нами. Прям где-то здесь рядом совсем. Ходит. Что нам здесь делать тогда? Интересно, он меня видит? Нет? Вот он, вот он, вот он. И чё тебе надобно? Походу ушел. Спрячемся опять. Здесь надобно. Нету меня здесь. Нету, я сказал. Где он там? Блин, да что он прям здесь ходит-то? Прям выйти вообще из этого шкафа. Реально. Ага. Пил. Куда он? Я такое чувство, что он прямо вот за этой дверкой стоит вообще. А, блин, вот что это такое происходит? Дай выйти. А! Он палит нас на камеру. Я вижу. Она слева.
Стайки воин, походу, есть было. Ага. Возьмем вешалку. Четко. Где-то ходит. Сейчас мы ему заедем вешалками по головешке. Ну иди сюда. Иди. Я тебя не боюсь. Вот так вот я умею кидаться. Ага. Возьмем эту коробку. И разобьем окошко. Побежали, побежали. Топ. Эй, чувак. Знай, если что, я здесь. Я тебе колесом сейчас заеду по голове. Йо. Ага, выпрыгивай. Ну иди ко мне. Я тебя не боюсь. Ну, молочный, дядя. Эй, я здесь. А чё? Я на своей территории. Эй, ты на улицу не ходи. Эй, мужик. Мужик. Иди, иди сюда. Я тебя не боюсь. Да. Сейчас как... Возьму твою косонокосилку. Эй, ко мне. Давай. Смотри, я здесь. Тук-тук-тук-тук-тук. Ну-ка, беги отсюда. Что ты делаешь? Какой, а? На! Вот ему, вот ему это. Что тебе мешает здесь жить? И уже домой. Я знаю, что он знает. Угу. Что тут у нас? Открытая шланг какой-то. Так, шланг кончается здесь. Или нет? Ага. Это генератор света на всякий случай. Ну, не, он слишком тяжелый. Да. Ага. Что там у нас? Телевизор, печушка, чайничек. Чайничек — это ништяк. Он здесь спит, что ли? Положим печушку. Так, а у нас здесь ящичек, вкусняшки, радио, цветочки. Иди ко мне, я тебя не боюсь. Где он? Понятно. Непонятно. Эй,
Так, что у нас здесь-то было? Эй, откройте ящик. Не хочет открываться. Так. Ага, молочко. Молочко. Шляпа, как у меня. Ковбойск. Давай, вылезем отсюда. Все понятно. Угу. Дырка в подвал. Фомка. Хочу Фомку. Ну, он тут ванну принимает, походу. Угу. О! Прям сбоку оказался. Как так-то? Эх, как же нам вообще, что нужно сделать? Зачем он вообще? Ванну собрался принять или нет? Давай покидаемся коробушками. Не разбили. Все, коробушка что-нибудь может разбить? Да. О! Ништяк. Я здесь. Где он ходит? Давай наверх заберемся. Так. Давай поставим коробку на коробку. И... Кто здесь ходит? Это я так хожу? И еще раз на коробку. Недолет. Оп. О, ништяк. Так, возьмем эту с собой. Все развалилось. Нам что-то посерьезнее надо, чем коробки. Ну ладно. Пойдем, кстати, сходим в ванну. Смотрим, что там такое. Ты тут сышь, что ли? Напугали мужика. Не дали подсесть. Эй, ты! Ездок Формулы 1. Он реально там ссал? Приколись. Ага. Коробка. Электричество. А если мы выключить электричество? Вот так вот. Ага, нажимай. Вверх. Что там и вверх нажали? Я не знаю, что. А он задел стекло. Ты приколись, какой умный. Туалет. Там нет. Побежали, побежали. Очень интересно, я его смогу так обмануть, бегая кругом. А это что? Вообще может? Ага, он за мной бегает. Я здесь. А что нам там нужно было вообще делать? Я тебя вижу. Да, я тоже тебя вижу. Дрыщ. Угу. Так. Где он? Он здесь? Интересная комнатушка. Он писает. Я точно это слышал.
чувак, меня здесь нет. Вообще четко. Так, он где-то здесь. Прям рядом совсем. Я здесь, я здесь. Чего он вообще это не хочет? Сейчас я тебя стульями забросаю. А что нам вообще? Мяч. Покидай мяч. Вот так. Иди разбирайся. Где-то он там ходит. Так. Туалете нет. Ванной нет. Нигде этого чувака нет. Интересненько, интересненько. Я помню, мы здесь сидели. Поднимайся. Я говорю, поднимайся. Ты хуй. Оп. Опан. А, смотри. Я что-то там раз, кабель, и раз, исчезла. А, вот он. Опен. Yeah. Верх открыт. Но зачем не верх? Что нам вообще здесь нужно делать? Побегаем! I see you, man. I see you too. YouTube. I see you too. Я все вижу. Да, я тоже вижу. Все, мне кажется, это не помогает. Мне такое ощущение, что... я кинул в него прям. Ну-ну-ну. Красавчик. Так, ты там, значит, я пойду сюда. Пойду сюда. Что мне там надо? На кухне там мне вроде ничего не надо. Туалет. Тоже вроде ничего не надо. Ванная. Ну, он иногда хочет, ходит пописать. Что у нас здесь? Гайка какая-то. Ага, нам нужен ключик бы желательно. Мы это все открутим. Ага, мы зашли внутрь. Капкан. Ты, надеюсь, спать не собираешься сейчас? Капкан, цветы. Нас засекла камера. Интересно, прибежит ли сосед. Интересно. Да, в принципе, пофигу. Мне интересно, что здесь. Бинокль. Где он ходит? Я здесь могу выпрыгнуть, если... То ли он по второму, то ли еще где? Это же лестница на второй? Я в ней застрял. Я как бы...
Ага, он спит. Я четко слышу, что сосед спит. Спи, спи. Ночью ты тут не мешаешь. Ага, ванна. Нет, когда он спит, он вообще красавчик. Ножичек. Ага. Ключ. Обгрызгос. Вот этим ключом по балде. Спрячемся. Нет? Так, ну мы уже взяли ключ. Это значит, что пойдем-ка мы откроем-ка наш набалдашничек. Где-то здесь был, я помню. Да, блин. Ага, выпрыгнул. Лежит где-то за мной. Интересный. Давай я тебе ключом по балде дам. Подходи ко мне. Ходи за мной. Ты видел, да, я тоже видел. А, у меня языкушка палит. Палишь, да? Палит, палит. Че, опять что ли палит? В каком месте? На, ключом тебе. Не, ключ возьми. Я вижу. Я вижу, что ты видишь. Чем я выглядишь? Понятно. Ну, там возьмем. Нам главное сейчас открутить вот эту фигню. Хоч! И чё? Вот это да! Вот это да! Наконец-то! Не прошло и 200 лет. Мы попали на чердок. На чердок. Ну че? Ага, палит там камера. Телевизор, говоришь, любишь смотреть. Сейчас мы тебе попортим твой телевизор. Вот так. Так, а у нас есть что-нибудь? Ага. Ну-ка. Давай. Иди ко мне. А второй. Нету? Давай спрячемся. Интересно, он вообще может залезть наверх, нет? У нас там дыра какая-то есть. Давай пойдем посмотрим, что за дыра. Ага, карточка, ID, паспорт. Интересненько. Давай тогда вначале заглянем. А, вон он. Смотри. Хочу, 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 хочу. Так, колеса, молоко, магнит.
магнит. Магнит — это тема. Что-нибудь сможем притянуть. Эх, Фомка бы сюда. Ну-ка. И... Не, нет. Так, у нас здесь есть петардус. Интересно, интересно. И что это? Черт, давай возьмем петарду. О, я как-то проник сквозь дверь, да? Ты же это видел? Интересно. О, дыра в стене. Железная дыра в стене. Ничего не притянулось. Давай манекен возьмем. На манекена. Ага, смотри. Он там стоит. Я чувствую. Притянись. Так, мы вылезли наружу. Так. Ай, он все еще там не заключит. Так, ну у нас теперь есть магнит. Опачки. Вот и карточка. ID, паспорт. Даже спускаться не надо. Спустимся или нет? Вообще, зачем нам ID-карта? Очень интересно. Ага, детская. Детская, детская. Это, наверное, та, которая закрыта, да? У меня такое ощущение, что... Кидай. У меня такое ощущение, что... Вот так вот. Открывайся. Угу. Он там закрылся. Выпрыгиваем! Вот это да. Так. Знаешь, что мне надо? Я бы с удовольствием бы взял вон ту Фомочку. А как туда зайти? А вход справа? Где-то здесь, что ли? А, ну он под замком. А ключа-то у нас нет. Зато у нас есть вот эта вот фигня. У-у-у! Отмычич. Где-то бежит за нами. У меня такое ощущение, что он где-то бежит за нами. Так, а мы взяли с тобой по-моему, отмычич. Ха-ха, я добежал. Так, интересно, интересно. Что попытаюсь примагнитить? С кем он-то? А, он зарядочек делает. Он там застрял, походу, он делает зарядку. Где камера? Ты пошел ты? Я на своей территории. Здесь нет твоей власти. Да блин. А что тебе ждать, пока ты уйдешь? Ну-ка, что-нибудь перемагнитим. Магнить! Ну вот нахуй. Зачем я это сделал? А, самая нужная вещь. Самая нужная вещь. Выбросил. Куда я его выбросил? Теперь искать.
200 лет. Прибежал ко мне. Колесо в тебя что ли кинуть? Полетели. Так, а мы куда-то закинули магнит наш. Да, по-моему. Даже куда вылетел наш магнит? Куда-то сюда. Может, вообще на стол прилетел. Ладно, давай посмотрим, что мы там достали. Он свет опять включил? Нет, уже выключил. Так. А мы с тобой достали карточку HD. Не, он там набежал. А, вон он. Пик. Ну иди уже. Интересно, жалко не помогим телефон. Ты идешь, нет? Опять придется его ждать. Наконец-то уж. Так где ты меня увидел? Пойдем возьмем отмычку. А отмычка нам поможет взять. Вот она. Берись. Отмычка нам поможет скрыть вон ту дверку. Да? Полюбас. Эх, промахнулись. Не попали. Вот так вот. Отлично. И валим, 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 валим. Че, как-то можно обмануть на его территорию? Нет, наверное, да? Ту-т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 у. Так, и где он? Потерял мой след? Нет? Нет, это здесь он перед. А, вот он, слева был. Все ясненько, все ясненько. Да давай уже уходи. Вот это ненасытно. Да где он меня увидел? Ага. Главное, что он меня увидел. Слушай, мне про него рассказывали, что он какой-то маньяк.
чуть ли не маньяк, сумасшедший. Включая почти там педофил. Вообще ничего не боится. Бесстрашно. Так, давай карточку оставим здесь. И у нас есть вот это вот. Отмычич. Ну, вот так. Помпу возьмем здесь. Давай, берись. Так, мы взяли помпу. Это что, больничная кровать? Ага. Я знаю. А что у нас здесь? Тулс. Ну, пошли. У нас есть фомка, и у нас есть ключ зачем-то. Так, а с помощью фомки мы, может, вот это скроем, нет? Давай, скрывайся. Нет, слушай, не помогу. Фу.